скрипит лестница администрации пригорода. В администрации поселка Ленкент. Посмотрите на состояние. Оказывается, здесь 2001 года не было ремонта. Абсолютно никакого. Просто такое ощущение, как будто в совковых времен. Ну, практически так и есть 2001 года. Это очень страшно. Вот вход в администрацию. Просто вы можете себе такое представить? Где-нибудь такое видели? Штукатурка сыпется.